Наконец-то я дождался фазорегулятор новый. Так. Вот он, новый, пришел с Польши. Самый дешевле это был в Польше. Это фазорегулятор. Сейчас мы открываем. Фазик наш. Там везде. Ну. Так. Вот. Болт новый. Пробочка. Ну, пробку я ставлю, поставлю. Так, когда я буду ремонтировать кому-то, снимать что-то, вдруг повредится или что там. Чтобы поменять. Вот новенький нулевый фазорегулятор. Вот. Я думаю, что машина будет хорошо ездить. Еще когда будет ставить, эта точка должна будет находиться. Сейчас покажу. Сделайте, вымерите. Вымерите вот это разрез, видите? Вот это. Его центр должен быть. Центр. Вот так. Центр должен. Вот эта полоска должен здесь. Центр. Вот есть разрез такой глубокий канала. Он должен в центре быть. Вы его должны сломать. Вот она. Видите, даже кто-то здесь сделал. Ровно быть. Есть специальный ключ. Здесь то, что до шкива. Вот тут вставляется раз и два. И крепится сюда. И вставляется сюда. Но у меня его нет, спиздили, блядь. Так что, ребята, все. Этим вопросом. Бесик, что такое? Все, этим вопросом я уже тоже решил. Я его ставлю. И все good. И останется только в этой машине поставить капот. И все. Все, ребята, всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии. Бай-бай.